Друзья, представляем вашему вниманию замечательный кухонный процессор от компании Redmond. Систему 7 в одном. И несмотря на то, что действительно эта система включает 7 основных функций, она умещается вот так, достаточно компактно, не требует большого места для хранения. Посмотрите. Попробуйте все эти приборы, которые мы сейчас вам покажем, уместить в такое пространство. Впрочем, чего томить ожиданием, Олег, тебе совершенно слово показывай. Верно. Итак, мы приступаем первую вот эту вот прекрасную насадку, которую мы будем использовать. И самое интересное, что вот этот один двигатель будет работать. Дорогие друзья, мы сейчас будем делать красивое рубленое мясо, которое вспомните, так не хватает. Что нужно сделать для того, чтобы порубить мясо. Это нужно испачкать доску, ножи, время. Это очень все долго происходит, чтобы все кусочки были ровные, красивые. Но сейчас вы увидите, сколько времени и, что самое главное, сколько усилий займет у Олега этот нелегкий процесс. Итак, смотрим. Итак, сейчас мы продемонстрируем. Итак, я включаю. Посмотри, как с легкостью справляется. Все, достаточно. Итак, берем... Смотрите, несколько секунд, буквально несколько, несколько секунд. Посмотри, как великолепно у нас получилось. Итак, вытаскиваем вот нож. Так. Итак, внимание, сейчас я добавляю все это на сковородку. Вот такое вот рубленое мясо, которое вы можете использовать, кстати, хозяйкам на заметку. Это можно использовать как фарш, можно использовать... начинки для пирогов, можно использовать для пасты, да для чего, чего хотите. Можно. Смотрите, буквально несколько секунд, и мы имеем уже рубленое мясо. Олег, что дальше? Дальше мы добавляем, подожди, я надо показать, вот такой вот перчик. Кстати, я хотел бы внимание, что вот на эту прекрасную доску, на которой мы приготовили все это при помощи вот этого прекрасного нашего кухонного комбайна. Посмотрите, итак, сколько всего. Представьте себе, вы готовите салат, и вот такое количество всего нужно настрогать. Каждый раз после того, когда порезали хоть какой-то овощ, вам нужно помыть доску, помыть нож, испачкать много посуды, все это мыть. Это время, это усилия, это нервы. Зачем? Зачем, если есть возможность делать это все быстро, легко, без проблем. И самое главное, тратить на это минимум электричества и минимум денег. Цена премьеры 3990 рублей за многофункциональную систему 7 в одном. Итак, 1200 ватт, кстати. Совершенно верно. Дорогие друзья, минуточку внимания на экран. Сейчас я буквально вот засекаю, пускают наши телезрители, и ты, Максим, засекают время, за сколько я приготовлю чудесное. И вот сейчас я покажу, как я закрываю. Здесь специальная защелочка. Вот, видите, смотрите, все очень легко, смотрите, одеваем нужный нож, устанавливаем, закрываем крышечкой и защелкиваем. Все очень просто, легко. Дальше у нас остается установить непосредственно сам двигатель на уже вот на эту исполнительную часть. И начинаем показывать, демонстрировать. Время. Итак, внимание. Поехали. Посмотри, как с легкостью. Друзья, 4 секунды на то, чтобы пошинковать так. Один огурец, прошу прощения. Посмотрите, как с легкостью я справляюсь. Максим, давай-ка я сейчас еще раз покажу. Ой. Так. Итак, я открываю. Буквально прошло сколько? 20 секунд, 15-20 секунд, и уже готов салат, друзья. Итак, внимание. Посмотрите, причем все готово уже в одной посуде. Так, посмотрите, сейчас внимание на экран. Посмотрите, однородные вот такие вот кусочки прекрасные. Соломки. Соломочки. Да. Так, и сейчас я... Так, пробуем. Олег, то есть таким же образом мы можем готовить, в принципе, допустим, мою любимую корейскую морковку. А, кстати, ты любишь корейскую морковку? Да, конечно. Да, конечно. Но здесь идеальная нарезка. И чаще всего бывает такая ситуация, что у вас есть насадки, либо эти насадки вчерашние, это вот эти терки, когда вы портите свои руки, пальцы, это не очень удобно. А каково их мыть? Вспомните, каково их мыть. В данном же случае, смотрите, все лезвия снимаются, посмотрите, друзья, снимаются отдельно. И вы можете их мыть, и точно так же легко они устанавливаются обратно. Вот, посмотрите. Вот, и точно так же ножи все устанавливаются, меняются и легко моются. Кстати, Максим, вот давай я сейчас, вот ты правильный, вот давай я сейчас расскажу, ты понимаешь, да, вот про этот нож я расскажу нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, посмотрите сюда, вот я сейчас беру вот это вот. Это было приготовлено при помощи вот этой насадки. Это пюре, пюре из тыквы с ягодами, вот мы его дополнили. Кстати, я обращаюсь всем любителям пюре.
Мамы, когда они готовят своим детям пюре, это не надо покупать. Вы не понимаете, что вы покупаете, а здесь вы их делаете сами. Вы можете я помню, мне мама готовила, да. Слушай, это можно использовать также для картофельного пюре. Я считаю, что идеальная заправка. Мне надо продемонстрировать вот эту насадку чудесную, которая предназначена для приготовления коктейлей, смузи, молочных коктейлей. Ты знаешь, любят. Ты тогда в детстве так, тоже любил. Да и сейчас не откажусь. Ах! Итак, мы будем для этого использовать ягодки. Посмотрите, как аппетитно это все выглядит. Ох, аппетитно. Витаминки, витаминки. Витаминки. И смотрите, как я сейчас буду действовать. Опускаем и это все взбиваем. Посмотрите, как с легкостью справляется. Я еще раз хотел бы, чтобы обратили внимание, как я это делаю. Посмотрите, все это очень легко у нас получается. Посмотри, однородная масса, и посмотрите, какой цвет. Еще я хотел бы обратить внимание вот на эту подставку. Она, кстати, очень фиксирует. Сейчас она удобно работает, чтобы не скользила. Да, все, великолепно. Готово. Это мы убираем. И смотри, Максим, если ты не хочешь пить в этот день, ты с легкостью вот так вот закрываешь и хранишь в холодильнике. Посмотрите, как удобно. Я считаю, удобно, что это очень универсально, удобно. Да. Либо открываете подставку, чтобы не скользило. И вот так вот на подставку опять одеваете. И главное, что она очень твердая и хорошо фиксирована. Максим, я готов. И я готов. Я готов. Смотрите, какая Ой, слушайте, ну, в общем, подаваешься. Я пробую пока все эти витаминки, а ты продолжай работать. Давайте сейчас продемонстрируем великолепный соус. Ну как, Максим? Потрясающе, потрясающе. Самое главное, что это все приготовлено было за несколько секунд, натуральное, сплошные витаминки и одна польза только. И, Максим, ну давай сейчас продемонстрируем, как с легкостью можно сбить соус. И я сейчас скажу впереди, попозже немножечко, при какой насадке мы это сделали. Итак, мы добавляем сливки, а соус мы делать будем для фруктового салата. Я думаю, что все любят фруктовые салаты. Сливки, кстати, с хозяйкам на заметку. Если вы хотите сделать любой соус, крем, используйте сливки не меньше 33%. Это советы шеф-повара. Итак, я использую вот эту насадку. Смотрите, как она хорошо работает. Я сейчас здесь разворачиваю. Так вот я переворачиваю. Смотрите, вот здесь вот стоит регулятор. Максим, вы видите регулятор? В зависимости от того, сколько в зависимости нужно. От того, что, какая скорость вам нужна. Если, допустим, вы хотите сделать домашний майонез, там слабая скорость нужна, вы регулируете. Ну вот я сейчас буду ставить на четверки, а потом будем смотреть и регулировать. Итак, я сейчас это взбиваю до густого крема. Посмотри, как с легкостью это получается у меня. И главное, что это быстро. Напоминаю, представьте, что бы вы это делали вручную, допустим, взбивать. Я думаю, это ужас. О, это ужас. Это старые вот эти венчики. Я не знаю. Это вчерашний день. Я думаю, что правильнее было бы использовать вот этот вот прекрасный, чудесный венчик. Тем более, что он входит, уважаемые телезрители, в комплект. А в комплект много чего входит. Сейчас мы об этом всем расскажем. Давай посмотрим, что у нас получилось. Так. Смотрите, ничего не разбрызгалось. Все у нас в одном. Все рядышком. Вот, высокий стакан. Здесь умещается 800 миллилитров. То есть это много. Это да. Хватит на прекрасно. Всю семью, допустим, посмотрите, коктейль. Как великолепно получается. Я считаю, что прекрасно все получилось. Посмотрите, вот этот вот крем вам остается только... Ну, фактически мы за несколько секунд получили взбитые сливки. Да, если так можно сказать. Да, совершенно верно. Все, я считаю, что нормально все великолепно получилось. Благодаря вот такой многофункциональности. Ну, немножко техники еще давайте я вам расскажу. Смотрите, основой этой системы, которая включает в себя 7 основных функций, является вот этот двигатель. Он достаточно легкий, компактный. Посмотрите, управлять им очень легко. Для того, чтобы привести движение, нужно нажать всего лишь одну кнопку. А сверху находится регулятор скорости, для того, чтобы вы могли выбирать необходимую вам скорость. Держать его очень легко. Посмотрите, здесь есть специальная вымочка под палец. Вот мы вот так это удержим. Вот и все. А дальше остается только установить необходимую насадку. Это может быть... Давайте посмотрим, что здесь есть. Есть погружной блендер, есть всевозможные насадки, ножи. Сейчас вам покажу, как это... Обратите внимание, как все прячется внутри, то есть не нужно занимать очень много места в шкафах. Есть специальные сменные ножи для всевозможной нарезки, терки, шинковки и так далее. Есть венчик, которым мы только что за несколько секунд приготовили взбитые сливки. Это переходничок у нас. Есть стакан для погружного блендера.
есть стакан средний для шинковки, нарезки и так далее. И есть, собственно говоря, большой стакан, которым осуществляется уже нарезка, шинковка большими ножами, которые я вам уже показывал. И все это входит в один комплект, и мы предлагаем все это, целую систему, по-настоящему действительно систему-процессор, то есть умную систему за 3990 рублей. Максим, подожди минуточку, я хочу продемонстрировать еще одно достоинство нашего кухонного процессора. Дорогие друзья, вы сталкиваетесь с таким вопросом, когда вам нарезать надо качественно колбаску, как с легкостью... Твердую, особенно если твердую, это действительно сложно. Опять же, при помощи вот такого вот механизма мы фиксируем, и здесь в комплект входит фиксатор. Итак, внимание на экран, посмотрите, как с легкостью я справляюсь. Все. Несколько секунд, фактически батон колбасы. Уже буквально внутри опять этой чаши. Открываем, и теперь давайте посмотрим, как у нас получилось. Давайте я сейчас продемонстрирую, достаю, и теперь давайте рассмотрим. Дорогие друзья, внимание на экран, посмотрите на вот эту вот тарелочку. Ровненькие ломтики, нарезочка ровная. Представьте, сколько времени вы потратили бы на то, чтобы это можно было порезать так красиво, допустим, когда мы сервируем стол, да? Посмотрите, здесь же у нас ушло буквально, ну, считанные секунды, 3-4 там, 5 секунд. Вот. И теперь обратите внимание, смотрите, за несколько минут, которые у нас заняли за то, чтобы рассказать про эту замечательную систему 7 в 1, мы фактически приготовили, отсервировали полноценный стол, да, с первым, вторым, третьим блюдом. Ага. Итак, дорогие друзья, посмотрите еще раз на экран. Вот это вот все мы приготовили системой 7 в 1. И также приготовили мясо рубленое. Я считаю, что у нас великолепно получилось, и мы сократили время приготовления, я считаю. Так, это убираем. Это убираем. Так, выкладываем мясо. Посмотрите, какие нежные кусочки. Посмотрите, мое усмотрение. Вы можете использовать вот эту начинку. В итоге, что у нас получается? Что мы приготовили? Мы приготовили вот такое замечательное рубленое мясо с овощами. У нас есть нарезка, так, нарезочка колбаса вот мясная. Есть салатик. Есть, вот, скажем так, десерт, это рубленые овощи, фрукты с соусом. И есть вот такое замечательное пюре. И, кстати, еще есть молочный коктейль, который я еще не допил. А я расскажу, дорогие друзья, кухонный процессор Redmond. Макс, хватит допивать, рассказывай, пожалуйста. Рассказывай, друзья. Это кухонный процессор. Процессор действительно умная вещь, которая занимает очень мало места, но очень много чего имеет. Система включает 7 основных функций. Цена 3990 рублей. По-моему, это прекрасный повод позвонить или зайти на наш сайт и заказать его.